Друзья, всем привет! Ну что, готово? Поиграем мы сейчас Hot Wheels Race-Off, да, соответственно, три гоночки, один заряженный жетон, соответственно, нам попадается ящик, в итоге у нас 7 заряженных, и открываем сундук с новой точкой заряженной. Так, интересно, что нам сегодня попадется. Поехали, битва за третье место, вот такой у нас, типа Бэтмобиль. Да, Бэтмобильчик вот типа такой. Подождите, ребят, по-моему, вот этот Бэтмобиль мне попался заряженный в прошлом выпуске. Нет, или я ошибаюсь? По-моему, да. По-моему, именно она мне попалась в прошлом выпуске. Так, пишите, кстати, комментарии. В комментариях попалась мне эта тачка или все-таки я что-то путаю? Или все-таки ошибаюсь? Так. Ну, по крайней мере, у нее вот эта вот штучка, шлейф идет за активатором бомбы, смотрите, да? То есть это говорит о том, что вот это, вот именно вот эта тачка пока что в моих руках, так сказать, заряженная, ребят. Заряженная тачка. Вот это место я не люблю, не люблю. Вот это место можно просто удариться активатором бомбы об этот, как его, боксерскую вот эту штучку на трубе. Так, ладно, поехали. Юн Ит Аб, битва за второе место. Интересно, что же попадется нам сегодня. Какая тачка у нас сегодня выпадет в обзоре. Так, в обзоре видяшечки, да, после этих гоночек мы с вами обязательно это узнаем. Так. Все нормально. Пока что еду первый. Вот здесь можно провалиться. Опа, не долетел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то пошло не так. Так, придется повторить, ребята. Когда заезжаем на горочку, нужно делать это аккуратненько, да? Чтобы зацепить ускорялочку максимально хорошо, нам нужно плавненько заехать на эту гору. Так, примерно вот так вот. И погнали. Теперь нам уже скорости хватает, чтобы долететь до вот этой платформочки. Отлично, отлично. У нас, в принципе, еще... одна сердечко есть, если что, придется ей воспользоваться. Но я думаю, что все пройдет гладко. Хотя не уверен, в битве за первое место, как бы, там, возможно, и не знаю, накосячим опять чуть. Начудим, ребят, и что-нибудь да произойдет. Может такое быть. Опа! Нас уже не догнать, кажется, нас уже не догнать. Скоро финиш. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я еду пока первый. Так, начинается там спуск сумасшедший, который я не люблю. Не люблю я этот спуск. Так, ну, немножко я уже приучился спускаться более-менее грамотно, ребят. Да, я вот примерно вот так вот научился уже спускаться. И получается намного быстрее, как я обычно раньше делал. Так, здесь я, наверное, не проскочу. А то у нас там уже финиш. Эть, чувак нас может догнать. Нет, не может догнать. Отлично. Угу. Отлично, ребят. Ничего себе, отрывчик какой, да? Отрывчик такой неплохой-то. 10 с плюсом секунд там у нас получается отрывчик. Ну и чё? Битва за первое место, рэп и дьюти. Погнали. Погнали, сейчас мы попробуем тоже с первой попыточки наказать соперника. Ага, и что там у нас, что за штучки? Так, спуск, здесь шутки плохи, ребят, поэтому аккуратненько проезжаем. Ах ты ж, ты меня хочешь обогнать, да? Не получится, чувачок, не получится, я тебя все равно сейчас обгоню. Такое ощущение, как будто у меня машиночка мощнее на горочку едет, лучше как-то. Ребята, спуск. Ой, здесь нужно тормозить. Тормозить. И в любом случае нам нужно давать назад. А вот уже следующий спуск у нас будет, ребята, прошибание стенок. Кто играет в эту игру и кто постоянно смотрит мои выпуски, тот уже прекрасно знает, что здесь дальше будет. О чем я говорю, по крайней мере, знает. Прошибание стенок. Ух ты, как удачно у нас эти обломки упали прям на кнопочку. Так, нормально, ребят, все. И проверяем, что нам попадется. Какая тачка в сегодняшнем выпуске у нас будет.
Так, и сможем ли мы ее прокачать? Хватит ли жетончиков, да? О, смотрите, красных жетонов дали. Так. Зеленые. Так. И что там? Что там? Смотрим. Смотрим, ребята, смотрим. Ух ты! Заряженная модель Night Shifter. Кажется, это самая первая тачка. Или я ошибаюсь, или опять я что-то начал чудить. Так говорю неправильно, да? Ввожу вас в заблуждение, так сказать. Так, 175 раз, 175-2, продолжить. Кстати, забиваете сундук с трюком, и оттуда падает 600 кристаллов. Так что, ребят, таким способом тоже можно очень хорошо копить кристаллы. Мощные. Неужели в мощных? Нет, не должно быть. А, самый первый внедорожник, это у нас Rapa Duty, по-моему, да? Самая первая тачка здесь у нас идет. Хотя нет, подождите. Так, что нам попалось вообще? Так, нам попалась красная копейка. Избранная, возможно, она здесь. Давайте проверим. Нет, она не здесь. Давайте третий наборчик, мощный. Да, кстати, наверное, все-таки здесь, да? Ага, вот она, ребят, самая первая тачка на Night Shifter. Ночной, похоже, какой-то шифтер. Это что значит шифтер, ребят? Смотрите, короче, как она выглядит. Очень прикольно смотрится. Кстати, красные жетончики, которые нам попались. Давайте прокачаем, насколько это возможно. Так, так, так. О, отлично. Все характеристики до 12 уровня прокачали. Это круто. И пора ее испытать на деле. По-моему, первая гоночка. Первая трасса, то есть. А давайте проверим. Давайте проверим, на что теперь способна эта заряженная моделька тачки. Так, кстати, смотрите, это именно та трасса, которая принимает участие в... В гоночках дня. Я помню эту трассу. О, как ты меня назад откинул. Вот это да, вот это ты мне. Давай, бамс. Какая тяжелая тачка, господи. Ее даже перевернуть невозможно просто так. Ой-ой-ой, у нас топливо заканчивается. А что происходит? Почему у нас топливо заканчивается? Да, да. Вот это. Подожди, что это сейчас было? Я нажал. Что-то я нажал, ребят, у нас восстановилось топливо. Так, что-то я не понял, подожди, подожди, подожди. Давайте сейчас до конца добьем топливо. И что? И что? И что произойдет? Либо я что-то начудил, либо здесь у нас топливо лежало. Нет, не может быть такого. Не может быть такого. А, маленькая машинка вон наверху, смотрите. Обломок от соперника осталось. Прям наверху сидит мелкая машиночка. Смотрите, реально мелкая машиночка прям наверху сидит. Нет топлива. А как? Почему она срабатывает? Ребята, я жму на эту штуку, и у нас опять появляется топливо. Чё за ерунда-то? Почему? Это фишка, что ли? Это такая новая фишка, что ли? В режиме приключения? Я не понимаю. А тогда зачем вообще топливо здесь нужно, если... А, возможно, это связано с зачем? Возможно, это связано с заряженной тачкой. На заряженной тачке, похоже... Такая функция появилась, да? Так, давайте попробуем еще разок добить топливо до конца. Так, 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 нам нужно дождаться. Давайте здесь сейчас мы прокатаем все топливо. Прокатаем, 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 давай. А-бамс! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, топливо у нас начинает заканчиваться. Так, а что там сзади? Наверное, стеночка. Не топливо, смотрите. Шмакаю на эту стрелочку. Ха. И все? А что? Что? Не понял. Я совсем не понял. У нас 3 попытки дается, похоже, на использование топлива. А с чем это связано? Вообще не понимаю. Так, берем, допустим, мы 30-ю трассу. И идем тратить топливо, топливо, топливо. Наверное, на заряженную модельку идет у нас 3 бесплатных заправочки. Как? Зачем? Я не в курсе, ребят, я не в курсе. Что за дела? Почему так? Давайте сейчас попробуем тоже добить, все-таки проверим.
Возможно, у меня какие-то бонусные штучки были на первый заезд. Возможно. Поэтому нам нужно обязательно проверить, так ли это на самом деле. Так, возможно. Все-таки вот эту функцию имеет заряженная моделька тачки. Да, то есть на заезд дается 3 заправочки. Так, сработало. Я не понял. Сработало. Это говорит о том, что все-таки на заряженную модельку дается халявная заправочка. Так, выйти. Давайте сейчас возьмем тогда мы с вами обычную тачку. А в этом наборе ее нет. Наборчики зверя у нас есть обычная тачка. Так, так, так. Вот, кстати, Radical Racer в прошлом выпуске попалась. На ней мы сегодня начинали заезды. Ну, допустим, возьмем грулер. Грулер возьмем. И давайте сейчас попробуем этот, добить топливо. И посмотрим, дадут нам возможность на обычной тачке заправить с места бензобак топливом. Ребят, я не знаю, сейчас мы это проверим. Эй, чувачок! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ждем. Смотрите, какой огромный паучок. Вы посмотрите на него. Если такая штука, она пойдет на мою машинку, это будет просто трындец какой-то. Так, и на задний фон тоже, смотрите. Вон на горе, далеко-далеко на горе сидит огромный паук и черепушка каменная. О боже! О боже! Что? Ребят, похоже, создатели этой игры раскошелились и решили все-таки процесс прохождения в режиме приключения. Ребят, похоже, решили немножко облегчить, да? Раньше такой функции не было. Если у тебя заканчивалось топливо, то все, начинаешь заново. Здесь, смотрите, просто заправляется, как бы. И все, ты едешь дальше. Неважно, какая у тебя тачка. Либо заряжена, либо нет, ребят. Неважно, просто заправляется машиночка. То есть три раза можно заправить, да? 3 или 2. Точно не скажу, но, по-моему, 3 раза можно вот так вот использовать заправку на месте. Ладно. И, кстати, пишите, у вас тоже такая же штука есть? Или только у меня вот такая вот ерунда происходит? Просто интересно ваше мнение. Кто играет в эту игру? Ребят, обязательно напишите в комментарии. У всех такая ерунда с заправкой или только у меня? Так, ребят, ну чё, в принципе, на этом пока хватит. Вот такая тачка нам сегодня попалась. Night Shifter. Какой-то ночной там шифтер какой-то ночной. И на этом все. Подписывайтесь, если ждете новых выпусков по этой игре. Жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. И увидимся мы с вами в следующем выпуске. Пока-пока.